Оль, послушай. Такое было, что Алена за столом сказала то, что я не буду с Ильей вообще мириться, потому что я хочу выиграть квартиру, чтобы ее не делить. Такой был базар? Поглянись сейчас, ты урод, моральный урод просто, понятно тебе сказать? Урод, который рот свой закрой. Там не надо на меня такое наговаривать. А ты не видишь меня? Выйдешь отсюда, понял? Я тебя за шкварник один раз возьму. Ты себя возьму. Держите дверь, держите. А что ты сышь? Что ты сышь? Рот открой. А мы с тобой давай поверили. Уйдите. Я вижу, что ты скажешь. Ну вы же не дороги. Почему я должна слушать это? Нет, я скажу, почему я должна? Меня шлюхой малолетки тут назвали и не извинились ни разу. Я должна убежать. А что такое, ребенка? Закрой дверь. Почему я там сижу, это слушаю? Я тебе говорю, я буду каждый день это слушать. Там не буду. А не будешь это слушать. Мы даже не будем об этом говорить. Но я попрошу извиниться передо мной, потому что я тебя не оскорбил. А ты передо мной извинился? Ты меня оклеветал, сидишь на ладу. Ты вчера. Ты когда убегала с проекта, ты когда вчера с проекта уходила, ты оскорбила меня, моего ребенка, мою жену, свою сестру. Можешь я тебя не оскорбил. Передо мной стоит рот свой закрой. Я прошу извинений. Рот свой закрой. Ты можешь не нервничать? Не нервничай, пожалуйста, Алена. Можешь не нервничать? Ты сейчас поднимаешься на второй этаж.